Новые телефоны в скором времени обретут своих владельцев. Один из них проживает в этом доме на улице Московской и с нетерпением ждет встречи с волонтерами. У кого-то были и стационарные телефоны, у кого-то были и свои телефоны. Многие переставляют сим-карты в наш телефон. У нас замечательный телефон, две сим-карты. Здесь хорошие крупные кнопки, голосовое озвучивание ввода, голосовое озвучивание меню, входящих и исходящих вызовов. Алексей Абрамович Шульман во время Великой Отечественной войны был командиром 73-го отдельного полка связи. Затем много лет работал на военной кафедре Пензенского госуниверситета. Желаю я вам, молодым, не забывать нас, а с каждым днем, к сожалению, остающихся все меньше и меньше, время и годы берут. Продолжайте трудовые боевые традиции старшего поколения, защищая нашу Родину от всех врагов. Волонтеры вручают ветеранам телефоны в рамках проекта «Мобильная бригада помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». 275 средств связи вместе с сим-картами активисты раздадут до конца этой недели.